Рогалик, где ты инвентарь? Я немало раз упоминал Moonlighter и идею менеджмента инвентаря как элемента геймплея, но есть игра, где эту идею возвели в абсолют. Представляю вашему вниманию Backpack Hero. Можно сказать, что Backpack Hero это как Slay the Spire, только вместо карт у тебя шмотки, и эти шмотки нужно раскладывать так, чтобы соблюдать различные условия. Например, шлем работает только если лежит в верхнем ряду, лук стреляет стрелами, которые лежат сбоку от него, щиты получают бонус, если лежат рядом с броней, или вот штанга, которая усиливает пушки, но всегда падает вниз инвентаря. Также в игре есть разные персонажи, и один из прикольных примеров — робот, которым надо расставлять трубы так, чтобы лучи проходили сквозь предметы и активировали их. Штука прикольная, ссылка на игру в комментариях, подпишись, если хочешь больше.